Приветствую, друзья! Как вы знаете, меня зовут Денис, и это канал «Строим дом своими руками», который в ближайшее время, скорее всего, будет реорганизован в канал «Строю жизнь своими руками», потому как вижу, как плотно моя жизнь интегрируется в строительство, и давно уже переплетаются строительные темы с отдыхом, увлечениями. Вся вот эта масса превращается в такой интересный сериал на YouTube. Если вы какое-то время смотрите видео на канале, то должны были заметить, что главную мысль, которую я веду через все свои выпуски, это показать вам, что построить дом своими руками в одиночку – это не такая уж и проблема. И если это получилось у меня, то уж 100% получится и у вас. Начать создавать свою мечту, свою идею, свою мысль, свое будущее – это же прекрасно. И главное, если вы из тех ребят, которые только планируют и думают начать, то у меня для вас очень классная новость. Друзья, этот день настал. Сегодня вы должны подорваться с дивана и начать двигаться к своей мечте. Так, я отвлекся про сериал и про тему именно этого выпуска спонсорства. Вы не услышите сейчас про тяжелое время, про то, как очень сложно всю неделю пахать на работе, а выходные проводить на стройке и так далее. Нет, это не про меня, и уж точно я уверен, что это не про вас, ведь так же. Скорее всего, если вы смотрите этот канал, то вы из того контингента людей, которые получают массу удовольствия от пребывания на своем приусадебном участке, от созидания вот этого вечного и прекрасного, которое могут создать человеческие руки. Будь то строительство своего дома, либо посаженный росток, который пробивается из нашей русской землицы будущим сочным помидором, посаженным вами. По мне, так кнопка спонсорства, которая отныне красуется под моими выпусками, как-то звучит пошло и грубовато. На самом деле, это одно из классных нововведений YouTube, который позволяет автору делать более качественные выпуски для своего зрителя, а подписчикам, выбирая свою категорию спонсорства, получать уникальные преференции в виде бонусов. Эта кнопка даст вам доступ к использованию веселых анимашек в чатах с изображением меня и Евгения, самые лучшие вырезки. И их количество всегда будет расти пропорционально количеству новых резидентов. Также вы получите доступ к секретной папке, в которой мы публикуем все, что я стесняюсь выкладывать в мир YouTube. То есть наши личные посиделки, какие-то мероприятия, которые проходят на нашей стройке и так далее. Также участник закрытого сообщества получит доступ к видосам, которые я только что залил на YouTube и еще не опубликовал для всей аудитории. Сможет участвовать в воркшопах или, по-другому сказать, закрытых мастерских, где мы можем делиться с вами полезной информацией, советоваться и влиять на, собственно говоря, наш контент, наши выпуски. И многим-многим другим бонусам те, кто зайдут в сообщество по этой кнопочке, которая вот здесь, получат дополнительные преференции. Вот и все, вот и все. Кликайте кнопку, посмотрите, что предлагает каждая из категорий, напишите, что вы думаете по этому поводу и дайте свою оценку происходящему. Мне это очень важно, друзья. Знайте, что если вам не понравится, вы легко можете выйти оттуда всего лишь в один клик. В свою очередь хочу поблагодарить вас за помощь в развитии канала, за ваши лайки, комментарии, посты, за то, что вы вообще заходите, смотрите. За это короткое время мы смогли создать с вами команду, у которой впереди куча проектов и идей. Надеюсь, вам тоже приятно ощущать себя ее частью. Огромное спасибо всем тем, кто просто заходит на канал, подписывается и пишет свои комментарии. Вы очень классные ребята. Ну все, увидимся в среду. Пока!